الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، дорогие братья, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Я всех вас от души поздравляю с наступившим месяцем Шаабан. Пусть Всевышний Аллах поможет нам соблюдать посты в этом месяце, совершать все больше благих деяний, давать садака. Пусть Всевышний Аллах примет у нас все наши благие деяния, пусть Всевышний Аллах простит все наши грехи, да убережет Всевышний Аллах всех нас, всех, кого мы любим, всех, кто нас любит, всех, кто нам дорог, от бед, от несчастий, от наказаний этого мира и того света. Дорогие братья, мы все-таки продолжим говорить о том, что является этикой в отношении Всевышнего и что является неэтичным в отношении Всевышнего Аллаха, то есть оставлением адаба, что является соблюдением этики и почитания Всевышнего Аллаха, считается признание своей слабости и невозможности поклоняться Аллаху должным образом, какие бы неимоверные усилия мы не приложили для этого. То есть это означает, что даже если Всевышний Аллах нам даст 500 лет, и мы ежечасно будем поклоняться Аллаху в течение этого всего времени, то даже весь этот ибадат мы не должны видеть. То есть мы должны видеть свою слабость в отношении этого ибадата даже. Это нам еще раз говорит о том, что вот когда мы что-то такое из повеления Всевышнего Аллаха выполнили, нам удалось это выполнить, Всевышний Аллах нам дал это выполнить, ну, мы должны все-таки чувствовать слабость, что мы слабо это все сделали. Вот это является почитанием Всевышнего Аллаха. А не так, чтобы там какое-то маленькое деяние совершили и видеть это как подобие огромной горы что-то совершили в наших глазах. Так не должно быть. Также соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха является убежденность в том, что воздать достойную Всевышнему Аллаху хвалу мы не в состоянии, не в силах. Ну, вы сами посудите, дорогие братья, в судный день, например, если ни'мат, благо одного глаза взять и все то, что мы сделали, из ибадата взять, то до блага одного глаза это все не доходит. То есть вот этот шукру, который мы делали, весь этот шукру не доходит до блага одного глаза, не то что двух глаз. Но мы сами тоже это признаем. На самом деле, вот такими огромными благами Всевышний Аллах нас одарил, как мы можем его должным образом восхвалить? И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, тоже, признаваясь в этом, он сказал: «Ла ухси санаан алейка анта кама аснайта аля нафсик». То есть, что означает: «Я не в силах восхвалить тебя так, как восхваляешь себя ты сам». Поэтому мы, конечно же, будем восхвалять Всевышнего Аллаха, но будем чувствовать, что все-таки этого шукру недостаточно взамен тех огромных ниаматов, которыми Всевышний Аллах нас наделил. И дай Аллах, дорогие братья, чтобы все эти ниаматы у нас не уменьшались, а наоборот увеличивались изо дня в день. Дай Аллах нам тауфик для постоянного восхваления, для постоянного шукру Всевышнему Аллаху. Также соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается постоянная надежда на милость Аллаха. Ни в коем случае, дорогие братья, нельзя терять надежду на милость Аллаха. Всевышний Аллах нас предостерегает от этого в Священном Коране.
Есть аят: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ла такунату мир рахматиллах, инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа». Садук Аллаху аль-Азим. «Не теряйте надежду на милость Аллаха», говорит Всевышний Аллах нам. Поистине Аллах прощает все грехи. Дорогие братья, порой мы встречаем таких людей, которые всю жизнь провели в ослушании Всевышнего, которые всю жизнь там, например, ну, употребляли спиртное или там, или еще какой-то грех совершали. И когда к ним подходишь и говоришь: брат, ну, хватит, может, встанешь на путь истины, может, оставишь все это. Он говорит: нет, уже как, говорит, такой грязный человек, как я, говорит, как говорит, Всевышний Аллах может простить. Больше этого греха нету. Это самый большой грех. Отчаивание в милости Аллаха. Потому что неужели человек думает, что по сравнению с милостью и прощением Аллаха что-то может сравниться? Что его грехи что-то значат, если соотносить к милости Аллаха и к прощению Аллаха? Поэтому вы вот с таким подходом должны, дорогие братья, подходить к таким людям, которые говорят: все уже бесполезно, как мне рассказали, когда, говорит, одному человеку, который всю жизнь употреблял спиртное, не совершал намаз там, и так далее, когда он уже умирал, имам к нему пришел и просил его что-нибудь сказать хоть перед смертью, шахадат учил, сказал хотя бы «Бисмиллахир рахманир рахим» скажи, он говорит: бесполезно. И вот этими словами он умер. Бесполезно. Он думал, что это бесполезно уже перед смертью. Понимаете? Ну, чтобы вот такого не было, мы должны, конечно, об этом рассказывать. В другом аяте Корана говорится, дорогие братья, что только заблудшие люди теряют надежду на милость Аллаха. Представьте себе, ну, среди заблудших людей, не дай Аллах, чтобы мы были. Какими бы большими ни были наши грехи, нельзя терять надежду на милость Аллаха, надежду, что Аллах простит. Но вместе с тем, дорогие братья, нельзя совершать грехи, надеясь на милость Аллаха. Грехи совершать нельзя. Терять надежду на милость Аллаха тоже нельзя. Совершать грехи, надеясь на милость Аллаха, тоже нельзя. Ну хорошо, Всевышний Аллах простит, правильно, если мы таубу сделаем, раскаемся. А вдруг мы не успеем раскаяться? Совершил какой-то грех, вдруг мы не успеем раскаяться, умрем. Тогда что будет? Ведь сколько грехов мы совершаем, а сами подумайте, сколько раз таубу мы в день делаем. Разве когда-то у нас количество таубу, покаяния, может сравниться с количеством грехов, которые мы совершаем в день? Поэтому, надеясь на милость Аллаха, грешить – это нецелесообразно. Также, дорогие братья, мы всегда должны знать, что в любом случае мы должны находиться между страхом и надеждой. В любом случае. Ну как мы можем, остерегаемся от грехов, как мы можем, соблюдаем повеление Всевышнего? И вместе с этим у нас и надежда на то, что Всевышний Аллах простит, и страх на то, что Всевышний Аллах может нас покарать. Почитанием Всевышнего Аллаха является также боязнь испытаний Аллаха. Это самое страшное, дорогие братья, чего нам следует остерегаться. Поэтому мы, когда вот Махдину читаем и в пятничном намазе, или в других намазах, мы там просим у Аллаха: «Аллахума инна наузубика миналь макри валь истидраджи мин хайсу ла наш'уру фи са'атин мин лайлин ау нахарин би рахматика я архамар рахимин». Этот дуа читать очень сильно рекомендуется, так как от макра Аллаха никто не застрахован. Что же такое макр? Это когда раб совершает грехи, а Всевышний Аллах пока его не наказывает, оставляет. Ну сразу же Всевышний Аллах не наказывает за грехи. Потом раб совершает заново, потом снова ему это с рук сходит. И он думает, что так и будет всегда. А это на самом деле макр Всевышнего Аллаха в отношении этого человека. И вот так, когда этот раб начинает думать и совершать грехи, видит, что все равно блага его не покидают, ему эти блага
текут, как и прежде. И вот так, тогда вот Создатель Всевышний Аллах неожиданно для него вдруг насылает свое наказание. Этот человек умирает со всеми этими грехами. Да уберет Всевышний Аллах нас всех от этого. Поэтому, дорогие братья, мы всегда должны бояться гнева Аллаха. Соблюдением этики почитания Всевышнего считается обращение к Аллаху с просьбой о помощи во всех своих делах. Посмотрите, даже в каких делах. В хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, говорится: «Проси Аллаха о помощи в исполнении своей нужды. Даже если у кого-то из вас оборвался шнурок на обуви, то просите и его у Всевышнего Аллаха». Даже шнурок от обуви, даже это просите у Всевышнего Аллаха. Также этот хадис привел ат-Тирмизи, и этот хадис является достоверным хадисом. Также Всевышний Аллах, обращаясь к пророку Мусе, алейхиссалям, сказал: «Если нужна соль, чтобы замесить тесто, то ее тоже проси у меня». Понимаете? То есть во всем, что нам необходимо, нужно прибегать к помощи Аллаха. И нужно просить Всевышнего Аллаха об этом. Поэтому в болезни и нужде в первую очередь следует просить Всевышнего Аллаха. Самый совершенный раб тот, кто всегда чувствует нужду в Аллахе. Дорогие братья, вот здесь кто-то из нас может подумать вот так: вот видите, мы ведь говорили, что там взывать к кому-то иному, помимо Всевышнего Аллаха, нельзя. Вот же, оказывается, у Всевышнего Аллаха надо все просить. Ну да, правильно. А ведь посредничество – это же ведь не просьба у кого-то из создания Всевышнего Аллаха. Посредничество – само слово о себе говорит. Если мы посредством кого-либо попросим у Всевышнего Аллаха, знаете, вы знаете, что это использовать посредничество лучше, чем без посредничества делать дуа? Знаете почему? Да потому что, и когда мы через посредника просим у Всевышнего Аллаха, это означает, что мы себя не видим достойными, чтобы Всевышний Аллах принял у нас дуа. Из-за того, что мы такие низкие, что мы такие грязные. И Всевышнему Аллаху нравится эта черта в нас. Вот эта черта, то, что мы себя не возвеличиваем, то, что мы себя ниже ставим, чем любого другого, вот это Всевышний Аллах хочет для нас видеть. И когда мы посредством кого-либо просим у Всевышнего, наоборот, Всевышний это быстрее у нас принимает. Даже если тот человек, посредством которого мы просили, даже если он недостойным человеком будет, даже если так, Всевышний Аллах принимает так, как мы прибегли ко Всевышнему Аллаху, чувствуя свою низость. Поэтому понимаете правильно, дорогие братья, посредничество – это то, что делал сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Посредничество – это то, что делал Адам, алейхиссалям, и после него все остальные пророки, алейхиссалям. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха также, дорогие братья, считается совершение намаза, выполнение намаза истихара в случае неуверенности в том, совершать или не совершать какое-то дело. Ну, какое-то дело серьезное, и мы сомневаемся, совершать его лучше будет или оставить, не совершать. Тогда в шариате предусмотрен намаз истихара. Но как его совершать, об этом сказано в книгах. Вы знаете, вот суннат намаза есть, Куран Мухаммад Хаджи Рамазанова, рахима Аллах, и в других книгах тоже можете найти. И вот пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет, пророк, алейхиссалату вассалям, обучал своих сподвижников истихару, говорил им, чтобы они истихару делали во всех таких делах. И также один из мудрецов сказал, что тот, кто совершит истихар, не останется без лучшего. Махаба манистахара, как говорится. То есть в любом случае мы выиграем, если истихар сделаем. И также соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается осознание верующим того, что Аллах видит его все время, когда он совершает хорошее и когда совершает дурное, и ведает обо всем. В Коране говорится: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, ва хуа маакум айна ма кунтум». Садук Аллаху аль-Азим. Аллах с вами, где бы вы ни были. То есть он с нами, дорогие братья, своим
всезнанием и всемогуществом, а не так, чтобы он, субханаллах, чтобы телом был. Это мы не должны допускать до мысли даже, потому что от этого Всевышний Аллах чист. И от тела, и от всего, что свойственно нам, созданием. Поэтому я хотел бы вот такое маленькое наставление сделать. Дорогие братья, мы в последнее время привыкли защищать, сохранять совсем не то, что надо сохранять и защищать. Мы, например, когда машину покупаем новую, чтобы эти чехлы, чтобы не испачкались, мы туда ставим другие чехлы и покупаем, закрываем. Мы когда телефон покупаем, телефон тоже там бронстекло, там или там пленка спереди, сзади, чехол, это делаем. И еще там, еще что-то там закрываем, в сейфе храним. Дорогие братья, ну просто, когда вот сегодняшний день выходишь, просто сердце плачет, когда видим наших сестер, которые вовсе не по шариату одеты. Это же ведь сокровища, дорогие братья наши, наши сокровища, это наши матеря, наши сестры, наши дочеря. Ну почему мы их не сохраняем, почему мы их не закрываем? Ну просто стыдно бывает иногда смотреть. Пожалуйста, если кто-то что-то может изменить в своей семье, сделайте что-нибудь хотя бы. Это совсем нельзя. Если так продолжится, знайте, что кара Всевышнего Аллаха нас ожидает. Всевышний Аллах на нас нашлет беду. Не забывайте об этом. На самом деле это так. Об этом в хадисах тоже говорится. Пожалуйста, закрывайте своих женщин, как подобает по шариату. Не давайте одевать облегающие, не давайте одевать прозрачные. Скажите, чтобы закрывали все, кроме овала лица и кистей рук. Если не получается сразу, то постепенным образом хотя бы приводите к этому. Да поможет нам всем Аллах в этом. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. الصلاة الجامعة